Итак, ребят, всем привет. Собираемся, возможно, на последнюю утиную охоту, потому что завтра пойдет сильный заморозок, минус 9, сегодня было минус 7. Ну, надеемся, что вода не стала. Вот подошел к нашему Пионерскому озеру, вода не замерзла, то есть она не замерзла. Надеемся, что и наше болото не замерзло. Загрузили полную машину, сейчас вам покажу, ну как полную, все, что необходимо. Тут костюм, вейдер с неопреновым, патроны, ружья. Здесь у нас в багажнике чучела, подсадные, лодки, все как надо. Вот так вот. Ладно, друзья, буду машину гонять и надо ехать в путь. А? Проход шире делаю. А я на вас приподниму, он нормально пройдет. Что там в камышах дела? Давай мне чуть-чуть подсадную одну. Да, да. Ну, сколько всего. Так. Сюда беру, так, чтобы она... А? Я думал, тебе надо уже в лодку садиться. Может, там дальше будет тебе тяжелее в лодку залазить. Садись в лодку уже. Потом будет ненормально, он неудобно залазить. Ты меня послушай. А? Да костюм-то что будет? Не опреновый. Давай что-нибудь сюда мне. Махокрыло. Одну подсадную. Давай. Буду пробиваться. Закрой, давай сюда. Вот так вот. И поехали. Садись. Вперед. На встречу приключениям. А? На встречу приключениям. Вперед.
такой вот лысов гонять, да, здесь надо было? Ха. Ну, может, они это и делали? Возможно, да? Не стрелял-то? Я тут думал, ты дашь сесть. А куда? Они его уже видели меня. Че, морду увидели. Я поэтому стрелять начал. А! Ага. Кто-то цапля засандалил. Ясно. Цапля мне нужна. Нет, не черок это. Что-то крупнее черка. Куда-то в грудь ему попало. Ну что, ребят, вот и подошла к концу наша последняя вечерняя зорька на водоплавающую дичь. Добыли мы две утки, одного черка, трескунка и шилохвостня. Почему последняя? Потому что завтра, на сегодняшнюю ночь, точнее, не на завтрашнюю, а сегодняшняя ночь будет самая холодная, передают до минус 9 градусов. То есть 100% станут маленькие озера. Уже, то есть мы сидели, и утки осталось единицы, то есть основная масса утки уже ушла. Вот. Ну, скоро начнется зимняя охота, так что ждите новых выпусков зимней охоты. Подписывайтесь на канал. Канал называется «Охотничье братство». И всем пухонько. Всем пока.